Орталық коммуникациялар қызметінің ақпараттық алаңында баспасөз конференциясын бастаймыз. Біздің бүгінгі тақырып мемлекет басшысының Қазақстан Республикасының энергетика саласындағы тапсырмаларын орындау туралы болмақ. Қазақстан Республикасының энергетика министрі Ақшолақов Болат Оралұлы біздің ортамызда. Хош келдіңіз. Сөз сізге беріледі. Қайырлы күн, құрметті брифингке қатысушылар. Бүгін мен үкіметтің кеңейтілген отырысының қорытындыларына сәйкес мемлекет басшысының тапсырмаларын орындау бойынша ақпаратпен таныстырып, халықтың табысын ұлғайту бағдарламасы бойынша жарты жылдықтың қорытындыларын ұсынатын боламын. Үкімет отырысы барысында мемлекет басшысы еліміздің энергетикалық қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі бірқатар нақты тапсырма берді. Первое. Поставлена задача по недопущению дефицита дизельного топлива путем выработки дифференцированных цен для транзитного транспорта и по периметру границы. По данным пограничной службы, в Республику Казахстан в день заезжает порядка 4500 единиц грузового транспорта, из которых порядка 70% это иностранный транспорт. Низкие цены на АЗС Республики Казахстан приводят к росту среднемесячного потребления ориентировочно на 120 тысяч тонн. В настоящее время министерством разработан проект приказа, предусматривающий дифференцированные цены на дизельное топливо. Цены будут дифференцированы в зависимости от резидентства, объемов потребления и от вида транспорта. Работа в данном направлении будет продолжена с заинтересованными госорганами и сторонами. Второе. Поручено не допустить дефицит дорожного битума. По результатам проведенной работы увеличена квота на импорт гудрона из Российской Федерации с 280 тысяч до 430 тысяч тонн, а также производство битума на битумном заводе в городе Актау, что позволит отечественным производителям битума нарастить производство на 300 тысяч тонн в год. В результате ежегодная суммарная мощность будет составлять примерно 1,2–1,3 миллиона тонн в год, что позволит, в принципе, покрыть потребности нашего внутреннего рынка для дорожного строительства. Хотелось бы отметить здесь, что дефицит возникает по причине неравномерной выборки битума дорожно-строительными компаниями, в частности, в зимний-весенний период. То есть заявок на получение битума практически не поступает в этот период. И заводы вынуждены находиться либо на простое, либо на циркуляции. В этой связи министерством совместно с Министерством индустрии и инфраструктурного развития прорабатывается вопрос определения единого поставщика для приобретения битума в зимний и весенний периоды. Үшіншіден, мемлекет басшысы газ өндіру жөніндегі жаңа жобалар үшін фискалдық преференцияларды пысықтауды тапсырды. Бүгінгі таңда жер қойнауын пайдалануға, оның ішінде газ жобаларына арналған жақсартылған модельдік келісімшарт тетігін енгізу бойынша заңнамалық өзгерістер топтамасы әзірленді. Мәселен, салықтан босату түрінде реттеушілік және фискалдық преференциялар көзделеді. Сонымен қатар, газ жобалары үшін газға ынтымдалдыру бағасын әзірлеу бойынша жұмыс жүргізілуде. Заңнамаға тиісті түзетулер ағымдағы жылдың соңына дейін қабылданатын болады. Бұл шаралар шамамен 93,6 миллиард текше метр көлемінде газдың жиынтық қоры бар газ кен орындарын игеру және 2030 жылға қарай жылына 6,7 миллиард текше метр көлемінде товарлық газды қосымша өндіруді қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Четвертое. Поручено принять меры по запуску торгов сжиженного нефтяного газа, не допустив ценовых перекосов. Так, в соответствии с поручением президента, переход на биржу сжиженного нефтяного газа перенесен на 1 января 2023 года. 20 июля текущего года внесены изменения в типовые правила биржевой торговли, позволяющие не допускать таких резких скачков при биржевых торгах. Вместе с тем, на сегодня прорабатываются следующие изменения. Включение сжиженного нефтяного газа в перечень товаров, обязательных к оформлению сопроводительных накладных на транспорт. Ужесточение требований по выписке фискальных чеков АГЗ с указанием объемов и цен реализации. Также рассматривается вопрос определения единой товарной биржи для дефицитных товаров, подконтрольных профильным государственным органам. Вышеуказанные меры позволят обеспечить прозрачность и отслеживать операции при торговле сжиженным газом. Бесіншіден, электр энергиясы қуатын іске қосу және біртұтас электр энергетика жүйесінің оңтүстік және батыс аймақтарындағы электр желілерін күшейту жөніндегі жобаларды уақытылы іске асыруды қамтамасыз ету тапсырылды. Бүгінгі таңда 340 мегаватт электр қуаты іске қосылды. Осы жылдың соңына дейін қосымша 240 мегаватт электр қуатын енгізу жоспарлануда. Сонымен қатар ұлттық электр желісін жаңғырту жұмыстары жүргізілуде, оның ішінде
Батыс энергия аймағының электр желілерін күшейту бойынша құрылыс монтаждау жұмыстары аяқталу мерзімі 2023 жыл. Оңтүстік энергия аймағының электр желілерін күшейту бойынша техникалық экономикалық негіздеме әзірленуде. Техникалық экономикалық негіздеме әзірленгеннен кейін жобаны іске асырудың параметрлері мен мерзімдері айқындалатын болады. Мемлекет басшысы қойған барлық міндеттер министрліктің тұрақты бақылауында және белгіленген мерзімде іске асырылатын болады. Теперь разрешите перейти ко второй части выступления, где речь будет идти о принимаемых Министерством энергетики мерах по реализации программы повышения доходов населения до 2025 года. Так, в рамках данной программы реализуются проекты в нефтегазохимической, газовой и энергетических отраслях, а также в сфере возобновляемых источников энергии. Всего до конца 2025 года запланирована реализация 73 проектов с созданием порядка 34 тысяч рабочих мест. В текущем году будет реализовано 14 проектов и создано 9,5 тысяч рабочих мест. Из них в первом полугодии уже было создано порядка 6 тысяч. Вот энергетика кешенінің ең перспективалы салаларының бірі мұнай-газ химиясын бастайық. Өзеріңіз білетінде еліміздің батыс белгінде мұнай-газ химия дамыту үшін қажетті көмірсутек шикізатымен кен орындары шоғырланған. Мәселен, Атырау облысында биыл қуаты жылына 500 мың тонна болатын әлемдегі ірі полипропилен өндірісінің бірін іске қосу жоспарланып отыр. Осы жылдың екінші жартыжылдығында оның өнімнің бірінші партиясын алу жоспарланып отыр. 2024 жылға дейін Атырау облысында қашаған кен орнынан алынатын шикізат базасында қуаты 1 миллиард текше метр шикі газ шығаратын газ өндеу зауытын және батыс Қазақстан облысында қуаты жылына 130 мың тонна метанол өндіру зауытын салуды аяқтау жоспарлануда. Бұдан басқа, қуаты жылына 1,2 миллион тонна полиэтилен және жылына 186 мың тонна бутадиен өндіру жобалары пысықтаудың әртүрлі сатыларында. Осы жобаларды іске асыру шеңберінде тартылатын инвестиция сомасы шамамен 14 миллиард ақш долларының құрайды және 2025 жылға дейін 14 мыңнан астам жұмыс орны құрылатын болады. Ағымдағы жылдың бірінші жартыжылдығының қорытындысы бойынша мұнай-газ саласында 3240 жұмыс орны құрылды, жыл соңына дейін қосымша 689 жұмыс орнын құру жоспарлануда. Газ саласында газ тасымалдау жүйесін салуға, жаңғыртуға, жылу электр орталықтары мен елді мекендері газбен қамтамасыз етуге, сондай-ақ тауарлық газдың ресурстарын базасын ұлғайтуға бағытталған 10 инвестициялық жоба іске асырылуда. 10 жобаның екеуін осы жылы аяқтау жоспарлануда, 6-ау іске асыру сатысында және 2 жоба бойынша жұмыстар 2023 жылы басталады. Осы жобаларды іске асыру нәтижесінде 2,6 мың жұмыс орны, оның ішінде 2447 уақытша және 124 тұрақты жұмыс орын құрылатын болады. Ағымдағы жылдың бірінші жартыжылдығының қорытындысы бойынша 855 жұмыс орын құрылды, сондай-ақ жыл соңына дейін қосымша 1141 жұмыс орнын құру жоспарланды. Электроэнергетика саласында 2025 жылға дейін 6000 уақытша және 698 тұрақты жұмыс орны құрылатын 17 инвестициялық жобаны іске асыру жоспарланды. Бүгінгі таңда жұмыс істеп тұрған жылу электр орталықтарының жаңғырту бойынша 12 инвестициялық келісім іске асырылды, сондай-ақ Алматы қаласының кабельдік желілерін қайта жаңарту және Батыс Қазақстан мен Атырау облыстары арасында транзиттің екінші тізбенің салу жүргізілуде. Осы жылдың соңында Алматы қаласындағы екінші жылу электр орталығында қуаты 400 мегаватқа дейін бу газ қондырғысының құрылысын бастау жоспарлануда. Бірінші жарты жылдықта 905 жұмыс орны құрылды. Екінші жартыжылдықта 85 жұмыс орнын құру жоспарлануда. Сонымен қатар Қызылорда және Түркістан облыстарында бу газ қондырғысын салуға арналған аукцион аяқталды. Қазақстан Республикасы әлемдік қоғамдастықпен қатар елдегі жаңартылатын энергия көздері секторын дамытуға үлкен көңіл бөледі. Мәселен, бағдарлама шеңберінде энергетикалық кешенді жаңғырту көзделген, бұл 2025 жылға дейін 3,2 мың жұмыс орнын құру отырып, жаңартылатын энергия көздері бойынша 40 жобаны іске қосуды көздейді. Ағымдағы жылы 900-ден астам жұмыс орнын ашуға мүмкіндік беретін 11
жаңартылатын энергия көздері жобасын іске қосу жоспарлануда. Бүгінгі таңда 5 объект іске қосылды. Бұның ішінде 3 күн электростанциясы және 330 жұмыс орны құрылған 2 жел электростанциясы бар. Жол соңына дейін қосымша 577 жұмыс орны ашылатын болады. Также хотелось бы отметить проект, реализуемый крупными недропользователями. В текущем году начата реализация проекта расширения Карачаганака. В рамках данного проекта, нацеленного на поддержание полки добычи, планируется создание порядка 2,6 тысяч рабочих мест до 2025 года. Из запланированных 2 тысяч рабочих мест на текущий год уже создано 1500. На месторождении Кашаган реализуется проект по водоочистительному сооружению. Вместе с тем, для увеличения добычи на Кашагане рассматривается проект расширения так называемой фазы 2 и фазы 2Б. На данных проектах до конца 2025 года будет создано порядка 3000 рабочих мест. Вместе с тем заключено 18 контрактов на производство и поставку различных видов оборудования вокруг крупных недропользователей, таких как ТШО, НСУСИ и КПО. Кроме того, необходимо отметить, что тремя данными компаниями в рамках строительства социальных объектов будет создано порядка 2000 временных, а после ввода объектов в эксплуатацию более 600 постоянных рабочих мест. Компания «Казмунайгаз» до 2024 года планируется реконструкция и расширение магистрального водопровода Астрахань-Мангышлак, то есть его первую очередь, в рамках которого будет открыто около 1000 рабочих мест. В период с 2023 по 2024 годы планируется строительство опреснительного завода морской воды Мангистауской области на месторождении Токамак, который обеспечит 242 рабочих мест при строительстве, а также после ввода в эксплуатацию 116 постоянных. В период с 2022 по 2024 годы при строительстве нового газоперерабатывающего завода в городе Жанаузень будет создано еще дополнительно 361 рабочее место. Құрметті брифинге қатысушылар, министр тек отын энергетикалық кешен салаларында ғана емес, экономиканың аралас салаларында да жұмыс орындарын құруға ерекше назар аударады. Біз барлық жоспарланған жобаларды іске асыру бойынша мүдделі тараптармен кешенді жұмысты жалғастыратын боламыз. Осымен баяндама аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Сұрақтарыңыз бар болса, мен және осы бүгін менімен бірге қатысып отқан лауазымды әріптестерім қатысып отыр. Оларда сол сұрақтарға жауап беруге әзір болады бәрі. Жақсы, рахмет. Рахмет Болат Оралұлы. Құрметті әріптестер, естеріңізге сала кетейік, министрмен қатар бізде бүгін энергетика вице-министрі Нұрмағанбетов Жандос Демесінұлы осында отыр. Және тағы энергетика вице-министрі Мұралов Асет Маратұлы ортамызда. Және Әлиақпаров Дархан Жұматайұлы, атомдық және энергетикалық қадағалау мен бақылау комитеті төрағасының орынбасары. Сонымен қатар Бақтыбаева Гүлнар Құрманғалиқызы, электроэнергетика дамыту департаменті директорының орынбасары. Сондықтан сұрақтарыңыз болса, қосымша бізге жаңа спикерлер жауап береді. Құрметті әріптестер, енді әдеттегідей өздеріңізден өтініш, бір-біріміздің уақытымызға сый құрметпен қарайық, сондықтан екі сұрақтан қояйық. Эфир этикасын сақтайық деген өтінішпен біз сұрақ-жауап сессиясын бастайық. Уважаемые коллеги, просим соблюдать наш регламент, не более двух вопросов задавать по заявленной теме. Итак, первый вопрос задает с информбюро Айгерим Уммат через Zoom. Айгерим, мы вас слушаем. Добрый день, меня слышно? Да, мы вас слушаем. Тогда мой первый вопрос. Вот, Булат Уралович, мы знаем, что идут переговоры по АЭС. Вот, если можете рассказать, как они идут, потому что в казахстанских СМИ появилось много материалов из Турции про АЭС Акую. Ездили еще во Францию, мы знаем, но кажется, что активнее ездят на Акую. Значит ли это, что Казахстан уже определился с подрядчиком? Добрый день. Значит, по АЭС я вам вкратце буквально отвечу. Раньше мы говорили, что идет процесс выбора подходящих для дальнейшей оценки подходящих технологий. Сейчас какую-то одну технологию еще не выбрали. Значит, идет и то, что вы сейчас назвали, значит, поездки на Акую станцию, это в Турцию, значит, поездки во Францию, Южную Корею. До этого, значит, еще в прошлом году ездили, значит, рассматривали, значит, в Объединенные Арабские Эмираты. У нас в плане стоит посещение, в том числе, венгерских, значит, объектов, которые эксплуатируются. Это все станции построены совершенно по разным технологиям.
Если говорить про станцию АКУЮ, значит, это технология, которая построена по технологии Росатом, то есть это российская технология, реактор типа ВВР-1200. Если говорить по Франции, то это реактора 1400 мегаватт, это единичные блоки, которые установлены. Ну, в Корее, соответственно, тоже в пределах от 1200 до 1400 блоки были установлены. Плюс, значит, вы знаете, что корейские подрядчики строили и атомные станции на территории, значит, Объединенных Арабских Эмиратов. Поэтому вопрос, выбор пока еще не сделан, потому что нам нужно сначала просмотреть все плюсы и минусы. Не только самих технологий, но и, значит, процессы реализации таких проектов АЭС. То есть существует несколько вариантов, когда, значит, либо это государство само строит, либо оно, значит, дает возможность построить тому, кто является лицензиаром технологии. Соответственно, он привлекает, соответственно, он и оперирует потом этими станциями. Ну, плюс все эти вопросы, которые я до этого уже говорил, вопросы безопасности, сейсмики и так далее, эти вопросы мы до сих пор продолжаем изучать, даже несмотря на то, что мы сегодня определились примерно с районом, значит, территории размещения. Мы об этом уже говорили. Значит, это та же площадка, бывшая Югогресс, возле Балхаша, поселок Кулькин. Поэтому работа ведется. Единственное, одно могу сказать, что был до этого шорт-лист из 5 технологий. Значит, технология, которая была представлена, представляла Соединенные Штаты Америки, мы решили дальше не рассматривать, в связи с тем, что нет референтного блока. То есть референтный блок – это по этой технологии нет какой-то станции, которая была бы построена и которая бы показала свою надежность и устойчивость. То есть так называемая наработка реакторных часов у данной технологии не было. Хотя у этой технологии тоже есть свои перспективы, мы с ними будем дальше работать, но уже в рамках, наверное, других каких-то проектов. То есть вкратце вот так. Тогда вот можете уточнить, что для Казахстана более предпочтительнее, когда само государство будет строить или когда будет строить, например, компания? Знаете, хороший вопрос очень. Мы им тоже всегда задаемся. Вот я скажу, наверное, мнение, которое у нас есть. Атомная станция – это не просто как бы оборудование, которое можно купить и установить дома там, или где-то где угодно. Там. Не просто нужно его построить очень внимательно и очень, кстати, долго его строить, но его эксплуатация является одной из самых, наверное, важнейших этапов работы. Поэтому безопасная эксплуатация – это, во-первых, кадры. То есть это люди, которые должны работать и которые должны понимать. К сожалению, в связи с тем, что в Казахстане нет таких атомных станций, и, значит, у нас достаточно подготовленных кадров нет. А к слову сказать, что для эксплуатации одной станции, вот, к примеру, там, в двухбочном режиме, как мы планируем, нам понадобится постоянно где-то порядка до 2000 человек. И это все не просто работники, это те сотрудники, которые обладают очень широкими знаниями и узкими, в частности, по, значит, атомной физике, ядерной физике и так далее. То есть, поэтому, наверное, на каком-то этапе мы будем договариваться, возможно, значит, нам придется, и мы уже это делаем, значит, подготавливать свои кадры. Подготовленные кадры должны наработать опыт, то есть они еще должны поработать несколько лет где-то на станциях. То есть мы этим всем занимаемся, мы предполагаем, что к моменту завершения строительства станции у нас уже будет достаточно, значит, пул таких сотрудников, специалистов, которые не только образование получат, но уже и смогут за эти там 7-10 лет накопить опыт, чтобы потом эксплуатировать. Но тем не менее, все-таки, наверное, первые годы эксплуатацию нужно делать совместно с теми, кто имеет большой опыт. То есть если мы выберем какую-то технологию, наверное, будем заодно и договариваться для какой-то, значит, первичной эксплуатации данной станции, именно уже проверенной специалистами, чтобы, ну, сделать безопасную эксплуатацию. Спасибо. Тогда второй вопрос, мой последний. По Атыраускому НПЗ не приведет ли вот эти остановки, не приведут ли к дефициту бензина? Удалось ли как-то с этим справиться? Ситуация по Атыраускому НПЗ, она была следующая. Значит, ввиду погодных условий, значит, произошли аварии на линиях, высоковольтных линиях электропередач. Значит, к сожалению, некоторые опоры даже, значит, в районе, значит, где эксплуатировался насосные компрессорные станции нефтепроводной системы, тоже упали. Значит, станция, в принципе, сети, которые поставлялись на НПЗ, они в рабочем состоянии были. Я говорю о том, что подводящие сети были в город. Но в связи с тем, что был перегруз, значит, КУС, это станция, которая, значит, новая станция, скажем, это газотурбинная, которая находится в Атырау, она, в ней сработала автоматика, и автоматика привела к тому, что станция ушла, значит, в отключение самостоятельно, это автоматика так работает, для защиты своих блоков, то есть самих турбин.
По паспорту эти турбины, они производства Siemens, значит, отключаются до 40 часов. И здесь невозможно просто взять и как бы, ну, в ручном режиме заставить работать эту станцию. Поэтому мы срочно приняли меры по подаче и восстановлению линии передачи из Уральска, которая находится в ремонте. За 3 часа она была восстановлена, и напряжение было обратно подано. Столбы были восстановлены для нефтеперекачивающих станций, были восстановлены в течение 2 суток. То есть привезли новые и установили, и сейчас до сих пор эти работы ведутся, но система уже, значит, работает, и снабжение электроэнергии идет. По Атырау. Это, конечно, не есть хорошо, когда есть какие-то аварийные отключения, но мы в тот же прям буквально час, наверное, посовещались и решили, что завод встанет на временную, значит, остановку, на продувку катализаторов, чтобы они не испортились. И, соответственно, значит, мы смогли за там, буквально сутки, значит, собрать систему и обеспечить устойчивое снабжение завода. Поэтому какого-то влияния негативного на установки основные, значит, самого завода нефтеперерабатывающего не было. То есть он работает сейчас в нормальном штатном режиме. Спасибо большое. Спасибо. Следующая Улсмедиа, Асем Гумарова через Zoom задает свой вопрос. Асем, мы вас слушаем. Здравствуйте. Мой первый вопрос тоже касается АЭС, который вроде как уже точно будет строиться. На каком этапе этот проект сейчас? Какие, допустим, договоренности уже подписаны? И второй момент. Некоторые люди почему-то уверены, что у нас в Казахстане АЭС будут строить именно россияне. К примеру, потому что вот наши специалисты недавно ездили в Турцию, ну, который, как вы сказали, строится Росатомом. Можете ли вы так это прокомментировать, опровергнуть, может быть, эти слухи? Ну, я, в принципе, вот, отвечая на вопрос вашей коллеги, ответил. Давайте еще раз скажу. Технология не выбрана. В связи с этим, просто видите, из контекста, допустим, съездили на Акую, но никто не говорит, что мы ездили во Францию, допустим, или в Корею. Там совершенно другие типы и технологии, реакторы другие. Мы их тоже смотрим. Поэтому выбора технологии еще пока не было. Вопрос другой, что мы ведем сейчас, значит, продолжаем оценку по именно участку. Вот по участку точно мы его определили, поселок Куликен, вы знаете. По технологии пока не определились. Поэтому у нас в перспективе еще есть, значит, пара поездок, в том числе с участием общественности, скорее всего, наверное, вот я уже сказал, и в Венгрию мы хотели еще раз ездить. Возможно, на другие станции еще поедем, посмотрим. То есть выбора пока нет. И это будет, наверное, я скажу так, это будет, наверное, конец этого, начало следующего года уже. Спасибо. И второй вопрос касается Петропавловской ТЭЦ. Как там вообще обстоят дела? Что там сейчас происходит? Какие работы ведутся? Успеют ли восстановить станцию к отопительному сезону? Потому что в начале июля Аким города вообще предлагал объявить там режим ЧП. И держите ли вы там связь с конечным хозяином станции Александром Клепановым? Станция, на самом деле, она работает. Просто вопрос другой, что при обрушении трубы были, значит, повреждены несколько котлов, которые, значит, обеспечили в том числе и теплом. Поэтому незамедлительно была создана комиссия специальная во главе с моим заместителем, значит, Жандос Демисиновичем Нурмагомедом. Он сегодня здесь присутствует. Если у вас будут к нему вопросы, он тоже сможет ответить. Он каждую неделю постоянно находится там. И плюс в рабочем порядке с акимом области, значит, плюс, значит, со всеми нашими контрольными надзорными органами на местах мы находимся в ежедневном контакте. Плюс еженедельно мой заместитель, вот, вице-министр Нурмагомедов, бывает в Петропавловске для, значит, проведения уже, значит, ну, мониторинга на месте, скажем, ситуации. Ситуация следующая, что основной задачей сегодня стоит не восстановление этой трубы, а именно решение вопроса подготовки к отопительному периоду предстоящему, который уже, в принципе, на носу. Большая была работа проделана, значит, совместная с местным исполнительным органом, министерством, значит, с станционщиками самими. Значит, и те хозяева станции, которые сегодня владеют Петропавловской ТЭЦ, они выделили средства, которые мы сказали, чтобы незамедлительный ремонт был произвести. Были некоторые вопросы, связанные с наличием металла, который необходим. Это специальная легированная сталь для поверхности нагрева самих котельных, самих котлов, имеется в виду. Но здесь совместными усилиями, в принципе, удалось найти необходимое количество такого материала и изготовить, значит, поверхности нагрева. Теперь весь вопрос стоит в том, что мы должны в зиму зайти, значит, без одной трубы,
с 10 котлами, один в резерве. А для чего Акимат объявил, значит, такое положение? Это было связано прежде всего с тем, что определенные строительные нормы, значит, они требуют очень длительного процесса согласования экспертиз различных и так далее. При таком режиме мы можем более оперативно заниматься строительством. То есть основной посыл был в этом. Не в том, что многие могут посчитать, что это положение объявлено в связи там, с катастрофой, что зимой все замерзнет. Наоборот, это сделано для того, чтобы дать возможность строителям и энергетикам, значит, очень быстро восстановить разрушенные котлы и, значит, дополнительно подумать о возможности резервного, значит, теплоснабжения на случай аномальных температур. Вот то, чем мы сейчас занимаемся как раз. Спасибо. Спасибо. Следующий вопрос с информационного агентства Best News KZ. Жанара Сердалина отправила свой вопрос. Остановят ли новые ставки платы за электроэнергию теневой цифровой майнинг в РК? И какие еще меры нужны в этой сфере? Это первый вопрос. По очереди? Да, давайте. Значит, по электроэнергии, в целом, для справки сразу скажу, может быть, что Министерство энергетики, оно отвечает за установление предельных тарифов энергопроизводящих организаций. Ну, простыми словами говоря, мы устанавливаем предельную цену для станций. Дальше для конечного потребителя, значит, плюс транспортировка и так далее, наши коллеги из Министерства национальной экономики, точнее из КРЭМ, они устанавливают, значит, дальнейшие тарифы уже для конечных потребителей. Это я просто для справки говорю, для того, чтобы было понимание, как это работает. Теперь для, значит, установления отдельных ставок платы для, допустим, майнеров, да, цифровых майнеров. В целом, министерством подход следующий. Мы считаем и работаем, то есть не считаем, это уже мы для себя такое решение, в принципе, принято оно было, рассмотрено. Готовим вариант, значит, реализации и внедрения в Казахстане, значит, единого закупщика. То есть это когда единый закупщик, к примеру, этим единым закупщиком может выступать РФЦ, то есть расчетно-финансовый центр, который находится в ведении нашего министерства и сегодня осуществляет такие функции и выкупает всю возобновляемую, значит, электроэнергию по такому же принципу. А вот потом, после того, как мы это соберем, значит, можно говорить о дифференцированном подходе к различным потребителям. Не просто майнеров. Есть потребители, которые готовы платить, значит, достаточно высокую рыночную стоимость за электроэнергию в связи с тем, что, допустим, доходность и прибыльность таких предприятий, она позволяет им это делать. Допустим, это не, против того, что, допустим, население не может, да, платить высокие цены. То есть здесь нужно очень аккуратно подходить. Но цифровой майнинг, наверное, однозначно, это та сфера, которая, значит, будет рассматриваться наряду с компаниями, которые могут платить, значит, электроэнергию, значит, повышенную, если они ее потребляют из централизованной национальной электрической сети. Если цифровые майнеры желают установить собственные источники генерации без, значит, участия в национальной электрической сети, это только приветствуется, они могут это делать самостоятельно и потреблять электроэнергию по своей себестоимости. Хорошо, спасибо. И второй вопрос. Будет ли Казахстан искать новые маршруты для транспортировки нефти в связи с проблемами, возникающими при экспорте 80% казахстанской нефти через КТК? Скажу сразу, значит, вопрос альтернативных маршрутов, или мы их называем новых маршрутов, или, по-другому говоря, это диверсификация обычно, если говорить обычными словами. Значит, да, рассматривается, и не только в связи с тем, что, наверное, есть, ну, скажем, ситуация такая, связанная с имеющими место в последнее время перебоями, но и в том числе с тем, что рост добычи нефти в Казахстане ожидается, значит, к середине 2024 года. То есть если мы сейчас, сегодня планируем там порядка 85-87 миллионов тонн годовой добычи, то к 2024 году, к середине, этот уровень добычи составит уже 100 миллионов. И дальше там 103, 107 и так далее. То есть, ну, плюс-минус падение, значит, в случае обнаружения новых запасов также может быть рост. Поэтому нам неизбежно придется решать вопросы, значит, по наращиванию наших транспортных возможностей. И в этом смысле, наверное, условно говоря, направление по Каспийскому проводному консорциуму, который, еще раз скажу, является наиболее экономичным, эффективным маршрутом сегодня для отгрузки казахстанской нефти. Тем не менее, растущие объемы, наверное, все-таки нужно диверсифицировать и использовать иные, значит, маршруты. В том числе у нас есть, в принципе, два основных направления. Это направление на восток, это на Китай. Значит, в случае согласия наших партнеров по покупке объемов нефти. И второе, это, значит, через Каспий. Для того, чтобы эти маршруты реально были, скажем так, диверсифицированы, да, с точки зрения
маршрутов. Ну и какие-то, наверное, есть какие-то возможности, значит, по поставкам, значит, морским путем Иран. Но это небольшая операция, которая исторически имела место в Казахстане. Мы делали своп, значит, до 5 миллионов тонн. В случае, но сейчас это пока затруднительно сделать, но тем не менее тоже опция. Хорошо, спасибо. Астана телеарнасына Ермак Дана Ерк қызы сұрақ қояды. Келесі Дәлия Насипова дайын болсаңыз. Қайырлы күн. У меня такой вопрос. Первый. Это на столичных заправках бензин отпускают только по талонам. То есть, в частности, это сеть Газ Энерджи. Можете ли вы объяснить эту ситуацию, чем это связано, и в стране действительно ли нет дефицита бензина? В стране дефицита бензина у нас нет. То есть, вот смотрите, по 95-му какая история была? У нас производится его достаточно. Как 92-го, так и, в принципе, 95-го. 95-го мы еще можем завозить, да, скажем, из Российской Федерации. Но вы помните, что 180 дней, когда истекло, был, значит, мы то есть опубликовали новый приказ, да, по регулированию цен. Как правило, многие, значит, ну, трейдеры, скажем, и так далее, в связи с тем, что мы об этом сказали заранее, я не знаю, наверное, больше, чем за месяц вперед мы об этом начали говорить в прессе, что мы будем пересматривать, 95-й, скорее всего, не будет подлежать регулированию, потому что, ну, его называют, что это бензин для тех, кто может его купить, значит, не народный, скажем так, потому что 92-й там условно называют народным бензином, потому что им потребляют почти все. Поэтому об этом было заранее сказано. Возможно, это был эффект такой. То, что сегодня происходит, Газ Энерджи, значит, я этим вопросом тоже задался. Это буквально было на днях. Значит, вот, по-моему, на выходных даже вот прошедших было. Здесь сидит вице-министр Магалов Асет Маратович. Он этим вопросом отдельно разбирался. Если позволите, он сейчас тоже комментарий даст. Добрый день, уважаемые участники брифинга. Касательно запасов по Нур-Султану. В целом по 92-му бензину 15 тысяч тонн есть на нефтебазах. В пути еще 1600 тысяч тонн бензина. Всего 17 дней запасов. По Газэнерджи мы отдельно разбирались. Они, к сожалению, пропустили процесс закупок и не закупили достаточное количество для Нур-Султана. Мы менеджменту Газэнерджи об этом сказали, они связались с поставщиками и необходимый объем законтрактовали, и им сейчас поставят. То есть это проблема их логистики. Я скажу, вот, чтобы более понятно было, к примеру, заправочная станция у нас сегодня имеет возможность хранения по отдельным видам продуктов емкости по 150 кубов, да, условно говоря. Соответственно, на каждый вид продукта. Соответственно, они исходят из того, что есть среднесуточное потребление. То есть сколько машин заезжает на АЗС и сколько выезжает, заправляясь. Они примерно знают свой средний расход. Исходя из этого, они заказывают топливо с нефтебаз либо с завода. И с учетом путей доставки, то есть там, он может завод идти 5 дней, там, неделю можете, может 3 дня идти с базы, да, то есть день может идти. Они об этом знают. И каждый раз логистики должны на, значит, этих компаний по каждой АЗС вести расчет их потребностей, сколько они в сутки продают, остаток емкости, какой должен поддерживаться быть, и сколько дней в пути займет дополнительное топливо. Если кто-то из менеджеров ошибается, это человеческий фактор, происходит вот такая история. То есть у него запасы есть на 2 дня, допустим, ближайшая к нему доставка будет через 3 дня. И чтобы день не голым не стоять, они начинают вводить такие ограничения. То есть это была чисто логистическая ошибка, это не было связано. Потому что если бы был бы дефицит, это происходило бы на каждых заправках, по всем сетям. Это была отдельно взятая заправка, которая, значит, перешла на ограничения только из-за логистики. Спасибо. Все. Спасибо. С информационного агентства «Интерфакс» Ирина Преображенская отправила свой вопрос. Считает ли Казахстан необходимым продление сделки ОПЕК после 2022 года? Какие варианты наращивания или снижения добычи обсуждаются с сентября текущего года? Это первый вопрос. Значит, по ОПЕК соглашение действительно истекает. Мы сейчас ведем консультации. У нас буквально сегодня очередное заседание будет. После обеда, это ближе к вечеру. Вопрос обсуждался. ОПЕК вообще в целом он показал свою состоятельность. Вот на моей памяти это уже, наверное, не первый раз, когда вот такое создается. Значит, но именно по ОПЕК плюс это вот было применено, потому что цены на нефть в мире за последние годы, ну, не включая этот год, конечно, и прошлый, они резко снижались. Вы все об этом знаете. То есть, особенно в ковидное время, когда потребление было ограничено, рынок был перегрет, значит, производством нефти, и цена сильно упала. В связи с этим нефтяники что решили? Они решили, что, наверное, это является, то есть на рынке избыток
избыток предложения, поэтому нужно его сократить, поэтому в рамках ОПЕК плюс принималась и до сих пор еще пока вот заканчивается работа по сокращению суточной добычи, раньше вот применили как меру, для того, чтобы значит, сделать цены более реалистичными. То есть всегда говорили, что коридор 60-80 там, долларов за баррель является, ну, допустимым коридором для нефтепроизводителей, чтобы иметь экономику и иметь возможность финансировать свои проекты. И сегодня цену вы знаете, значит, цена сегодня далеко не 20, не 30 долларов, сегодня цена все вокруг 100 долларов, значит, цена очень хорошая. И сейчас, наоборот, стоит вопрос о том, что, может быть, придется увеличить добычу для того, чтобы не перегреть теперь спрос, имеется в виду, потому что все-таки постковидное время и так далее, возобновился спрос. То есть есть какие-то глобальные, там, скажем, ситуации в мире, о которых вы знаете. Поэтому, наверное, мое мнение такое, что, ну, пока, наверное, доработаем, сейчас мы консультации проведем, будем по обстановке смотреть, как сложится ценообразование сейчас на рынке, и примем решение, наверное, дальше продолжать или продолжать дальше в другом формате, там, как-то. Хорошо, спасибо. Второй вопрос. Кто из иностранных партнеров выразил желание и согласие работать с Казахстаном по диверсификации маршрута доставки нефти на мировые рынки? Глава государства поручал проработать оптимальные варианты реализации транскаспийского маршрута с привлечением к этой работе инвесторов тенгизского проекта. Согласились ли указанные партнеры сотрудничать в этом вопросе? Давайте скажем так, что они наши партнеры. То есть, но предприятие, добывающее нефть на территории Казахстана, то есть это фактически получается, значит, предприятие, которое работает, в принципе, в рамках общей политики, да, скажем, в этой отрасли. Ну, с учетом нюансов соглашений, которые были заключены там, в 90-х годах, еще в начале. Тем не менее, значит, почему было сказано про Тенгиз, я упомянул, что к середине 2024 года мы ожидаем рост добычи до, значит, 100 миллионов тонн в год. И это как раз-таки в первую очередь за счет того, что на Тенгизе будет закончен проект будущего расширения, я прошу прощения, проект будущего расширения, который даст дополнительно 12 миллионов тонн нефти сразу. То есть понятно, что это тот источник и тот объем, который, наверное, рассматривается как ранее не предусмотренный, скажем. Хотя часть этого объема, она уже связана с обязательствами по КТК, потому что, ну, нефтепровод планируется, в принципе, для отгрузки тенгизской нефти. Но, тем не менее, остаются объемы, на которые мы и обращаем внимание, и эти переговоры нами ведутся. То есть здесь нет такого согласия, не согласия. Здесь обычно все коллеги наши, все отраслевики и компании, и партнеры, как вы сказали, мы все собираемся очень часто и обсуждаем, и ведем эти переговоры уже детально, то есть именно на техническом уровне. Хорошо, спасибо. С 31 канала Далия Насипова задает свой вопрос. Добрый день, у меня вопрос по дизельному топливу. Вы сейчас сказали о том, что будет дифференцированный тариф в зависимости от резидентства. Могли бы здесь пояснить, для каких, для кого, да, будет дороже, для кого дешевле и какая будет разница в цене? Буквально сегодня мы, значит, хотим опубликовать его на сайте, значит, НПА, открытых НПА, чтобы общественность его видела. Он там порядка 2 недель будет находиться. Но не буду скрывать, скажу, что решение, в принципе, следующее, что мы хотим, чтобы наши граждане, значит, при наличии водительских удостоверений своих, имели право заправляться 100 литров дизельного топлива по существующей цене, то есть это 230-260 тенге для региона, 100 литров в день, что, в принципе, на наш взгляд, более чем достаточно. Это даже больше, чем вообще существуют баки на автомобилях. То есть в сутки он столько потребить может. Он может купить каждые сутки по 100 литров по такой цене. Если хочет купить больше, соответственно, цена будет другая. И для грузового транспорта мы предполагаем, что это будет при наличии также водительского удостоверения и документа, то есть технического паспорта автотранспортного средства, подтверждающего, что оно зарегистрировано в Казахстане. Значит, для него, наверное, лимит сутки будет порядка 300 литров. Что, в принципе, равносильно где-то чуть меньше 1000 километров пробега в зависимости от двигателя и потребления. Ну, мы исходили из того, что 35 литров на 100 километров, 300 литров – это, ну, достаточное количество должно быть там для того, чтобы, значит, автомобиль мог грузовой ездить. Ну, возможно, и, значит, какие-то поправки по объему топлива могут быть, но, опять-таки, это будет на сайте. Все, кто не попадает в эту группу лиц, значит, на АЗСах должны заправляться по цене, ну, примерно, наверное, 450 тенге. Угу.
Ясно, спасибо. И второй вопрос по поводу дизельного топлива. Также мы знаем, что в сезон сборки урожая у нас возникает дефицит. В прошлом году была ситуация, когда водители не могли выехать, да, там по талону продавали и так далее. Что делается для того, чтобы в этом году не было дефицита дизельного топлива? Для сельхозтоваропроизводителей дефицита дизельного топлива не было никогда. Поверьте, я много лет работаю как бы в этой сфере. Мы всегда в первоочередном порядке выделяли именно дизельное топливо для весенней и осенней полевой работы для сельхозника. Более того, его всегда удешевляли. Причем удешевляли путем переговоров, потому что государственных субсидий на дизельное топливо нет у нас в стране. И это все предмет переговоров с держателями ресурсов. То есть с теми, кто владеет переработанной нефтью и продуктами на основе переработки нефти. Соответственно, в этом году мы весной, вы знаете, цена была порядка 212 тысяч установлена для сельхозтоваропроизводителей. Значит, в этом, на осенний период мы, значит, хотим установить, ну уже, в принципе, об этом уже было объявлено, 222 тысячи тенге за тонну. Это примерно на литр и порядка, ну, 180, скажем, тенге на литр дизельного топлива. Для сельхозтоваропроизводителей в объеме необходимом, который они просят. Это порядка 400 тысяч тонн на уборочную и на посев озимых, да, я так понимаю. Почему? Потому что разница небольшая. Вы видите, что, в принципе, зерно сегодня очень в цене, да? То есть мы посчитали, что, наверное, ну, чем терпеть убытки от поставки, может быть, хотя бы чуть-чуть можно поднять. То есть 212 тысяч и 222 тысячи – это небольшая разница. На литрах это буквально 4 там, тенге, может, 5 тенге на литр обойдется. Ну, то есть объема будет достаточно и как для сельхозтоваропроизводителей, так и для дальнобойщиков, которые вот в прошлом году испытывали трудности, не могли приобрести. То есть вот всех вы в расчет берете или мы нет? Мы взяли, что сделали. Вот тот проект приказа, о котором я говорил, мы почему вводим такое ограничение? То есть мы считаем, что 100 литров для физического лица в день на автомобиль – это больше, чем достаточно. Он не ездит столько просто человек в сутки. Для грузового транспорта 300 тонн, ну, есть разговоры, то есть мы сейчас это будем обсуждать, но пока мы считаем, что это 300 тонн в сутки, ой, 300 литров, извините, 300 литров в сутки на один грузовой транспорт достаточно должно быть. Ну, будем разговаривать, потому что он будет висеть, размещен будет на сайте открытых НПА. Это еще и проект приказа для обсуждения. В-третьих, вот ограничение и возможность заправляться тем, кто приезжает извне, если вы видели, очень много видео сейчас в сети, значит, есть о том, как заезжают из сопредельных государств тягачи даже без какого-либо груза. То есть фактически они превратились в бензовозы, которые приезжают и очень дешевое топливо наше увозят, создавая проблемы с наличием топлива для внутренних нужд. Поэтому если мы поставим для них цену паритетную цене, которая в их странах находится, у них такого желания не будет. Поэтому мы получим дополнительные объемы, значит, дизельного топлива, которые, значит, у нас будут всегда в запасе, раз. Во-вторых, если объемы топлива будут значительные за счет такой экономии, да, скажем, у нас появится возможность его экспортировать с уплатой всех пошлин, налогов и так далее, что тоже правильно. А то, что происходит сегодня, это просто топливо выезжает из страны просто без всякой уплаты и, значит, и более того, создавая дефицит. Поэтому это меры вынужденные, на самом деле. И мы хотим посмотреть, значит, насколько мы сможем сэкономить именно такой мерой. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Вести Киджи, Айнура Коскина задает свой вопрос. Айнура, мы вас слушаем. Добрый день. У меня вопрос касается ТЭЦ города Экибастуза. В СМИ прошла информация о том, что ТЭЦ, которая сейчас, которая оперирует ЦТЭК, ЦАЭК, вернее, будет возвращена в коммунальную собственность. При этом мы знаем, что была программа инвестиций взамен, тариф взамен на инвестиции, и владельцы, нынешние владельцы Экибастузской ТЭЦ активно очень ею пользовались. Что произошло сейчас? Потому что там Акимат вышел с разъяснениями, Акимат области Павлодарской, что якобы Экибастузскую ТЭЦ не будут передавать в коммунальную собственность, но все-таки СМИ, которые расположены, достаточно авторитетные СМИ для региона в Экибастузе, говорят о том, что, которые понимают на месте, что там происходит, говорят о том, что будет проблема с отопительным сезоном 2022-2023. И вообще, что происходит? В курсе ли вы этой проблемы?
Ну, как профильное министерство, конечно, мы в курсе этой проблемы. Вот вопрос передачи в коммунальную, там, от частной, либо наоборот, немножко не в нашей сфере, но нам важнее, значит, прежде всего, чтобы станция как объект энергоснабжения и энергообеспечения работала, значит, бесперебойно. И, как вы правильно сказали, самая главная задача – это подготовка к отопительному сезону. Здесь присутствует Олег Паров Дархан. Он является заместителем председателя комитета энергонадзора. Он непосредственно этим вопросом, значит, занимается. Поэтому, если позволите, я ему слово сейчас передам. Он вкратце вас по ситуации проинформирует.